было, я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощад никто не желает. Пощад никто... Я в кустах!
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка.
пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Но там есть патрончики в шкафу. Вот в этом. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится.
Кажется, провод. Уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Как ты сюда попал? Без его отца нам бы не прожить. Меня этот человек потерял сына, на плечах. Я ему помогал его монстра убивать. И нас всех заодно. Спасибо. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Пушки от лучших мастеров.
Тебе спасибо. Проходите. Я снова подниму.